Второй раз в регионе с успехом прошел всероссийский турнир по силовым видам спорта на Кубок губернатора Ивановской области «Силач-2014». На центральной городской площади встретились лучшие спортсмены из разных регионов страны. Прибыли у нас участники из разных городов, в основном Центральный федеральный округ России, Ярославская, Московская, Владимирская, Нижегородская области, Костромская область. Ивановские участники очень достойные, есть титулованные спортсмены, которые принимают участие, мастера спорта, международные мастера спорта, чемпионы чемпионатов Европы, призеры этапов Кубка России, призеры чемпионатов мира. Организаторы рассказывают, в этом году изменилась концепция организации соревнований. На большой площадке перед фонтаном проходили мастер-классы и показательные выступления. Из Москвы пригласили участников шоу «Русские богатыри». В 7 конкурсных видах – армспорт, воркаут, армлифтинг, общая физическая подготовка, пауэрлифтинг, армрестлинг в номинациях «Мужчины и женщины» – спортсмены состязались на оборудованных площадках. ОФП и армлифтинг – две новые дисциплины этого года. Это вид спорта, она предусматривает того, что поднятие груза на одной руке с ручкой диаметром 60 миллиметров. Человек смотрится, кто побольше поднимет на максимальный вес свой. И в этом году мы решили в этом турнире тоже, так как лето, жарко, хорошо, люди приходят, им интересно. И вот решили внедрить этот вид спорта именно в этот турнир, чтобы привлечь побольше народу, чтобы развить этот вид спорта. Девушек на силовых соревнованиях традиционно немного, поэтому вокруг них собирается большое количество зрителей. На площадке для проверки навыков и умений по ОФП спортсменки состязались в кроссфите. Алла усиленно занимается всего 2 месяца. В состязаниях на время, скорость, силу и выдержку ей удалось поставить личный рекорд. Первый идет сетап, это пресс, потом второй идет рывки гантели, и третье упражнение это бёрпи, то есть отжимания со вставанием. Развивается реакция, сила, качаются все группы мышц. То есть, ну, это не просто тренажерный зал, там, качалка, а вот как бы упражнение на выдержку. Такие соревнования, рассказывают организаторы, помогают популяризировать силовой спорт. Горожане видят зрелищность выступлений, им хочется самим пойти в тренажерный зал и обрести крепкую физическую форму. Видят заинтересованность в спорте и здоровом образе жизни и власти, а значит, в регионе должны появиться новые тренировочные площадки. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.